На правой половине строящегося путепровода в Кипарисово запустили движение. Теперь вместо двух полос машины проезжают по трем. Схема временная. Она позволит разгрузить дорогу, где из-за сужения проезжей части нередко были многокилометровые пробки. Работы выполнялись и днем, и ночью. Две смены без перерыва, выходных. В сложных условиях, так как рядом проходит железная дорога. Реконструкция идет в два этапа. Сначала разобрали половину старого путепровода и построили на этом месте новый. Вторую часть моста будут строить и зимой. Это позволит сделать запланированные окна на железной дороге, то есть промежутки времени, которые дает РЖД на выполнение работ. Сейчас подрядчик будет заниматься второй половиной путепровода, будет ее демонтаж, и уже в 2024 году осуществлен ее монтаж. И непосредственно после марта подрядчик будет заниматься вопросами дороги. Это устройство земляного полотна и основание под автомобильную дорогу. Предусмотрена и организация реверсивного движения на случай, если это понадобится. В условиях строительства путепровода закрыт привычный поворот на Кипарисово по направлению во Владивосток. Однако до наступления дачного сезона дорожники планируют открыть альтернативный проезд. В долгосрочной перспективе весной это устройство проезда под самим путепроводом после того, как будет смонтирован первый пролет. Полностью завершить работы по строительству и открыть движение по новому путепроводу планируется с опережением графика на год во втором квартале 2024 года.